Ох, какие сугробы намело! Да как бы мне вовремя успеть? Так, слышу. Слышу, кто-то здесь есть. Значит, я на верном пути. О-о-о! Здравствуйте, защитники! Здравия желаю, Дед Мороз! Уж устал, и мешок все тяжелее, 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 тяжелее. И вот, наконец-то, я вас повстречал. Часто я получаю письма от сослуживцев ваших, и каждый хочет встретить Новый год дома, по-домашнему, с мандаринами. Вот и решил я привезти вам мандарины, чтобы каждому хватило. Ох, друзья, да подзадержался-то я с вами немножко, а мне еще далеко идти, раздать поздравления всем районам Белгородской области, а потом еще спешить надо зажечь нашу елочку центральную, самую красивую, самую большую.